Губернатор Югры продолжает серию встреч с жителями округа. Сегодня Наталья Комарова работает в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе. В окружном центре встреча пройдет в арт-резиденции, а в Шапше югорчане смогут задать свои вопросы главе региона в местной школе. За 2 часа до мероприятия на местах начнут работать консультационные площадки. На них представители исполнительных органов власти, муниципалитета, фонда «Защитники Отечества» зафиксируют все обращения, дадут по ним разъяснения. На каждый вопрос будет дан ответ. Также губернатор напомнила, что жители каждого муниципалитета могут выбрать самое значимое событие года и проголосовать за предстоящие проекты. Так, ханты-мансийцы в этом году считают самым значимым присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Что касается ожидаемых событий, пока лидирует завершение строительства детского сада в микрорайоне Су-967. Предприятия Югры участвуют в национальном проекте «Производительность труда». В том числе 2 компании из Нижневартовска. Они уже завершили пилотную реализацию совместно с региональным центром компетенций. Рабочая группа речного порта порта столицы Самотлора прошла обучение по нескольким программам и применила их на практике. В результате удалось выявить слабые места в цепочке поставщик-покупатель. Решение этих проблем позволило сократить время выдачи грузов и увеличить выработку. Порт специализируется на оптовой и розничной торговле нерудными строительными материалами. Именно поэтому здесь выбрали проект «Оптимизация процесса оптовой продажи сыпучих материалов». После определения банка проблем был сформирован план мероприятий на ближайшие 3 месяца. Согласно плану, было решено около 8 проблем, что принесло значительные результаты и позволило улучшить нам такие ключевые показатели, как ВПП, НЦП и выработка. Самые смелые идеи в техническом воплощении. В Днягане готовится к открытию Центра инновационного творчества молодежи. ЦМИТ открывают по всей стране при поддержке Минэкономразвития. В Днягане подрастающее поколение будет заниматься инновационной деятельностью в промышленном технопарке «Синергия». Здесь выделили небольшую площадь, всего 30 квадратных метров, которые напичканы новейшими технологиями, все возможности которых можно будет понять уже в процессе реализации проекта. Открытие ЦМИТа в Днягане запланировано на ноябрь. Сейчас центр в стадии запуска и подписания соглашений с образовательными организациями. Но вводные уроки уже начались. Учащиеся направления программирования и электроники Центра дополнительного образования «Корифей» стали его первыми посетителями. Верхнюю часть лица не видит. Ну, это такое, да, тут надо освещение еще сложить хорошее. Чуть-чуть кусочек есть. Все, что касается обработки дерева, металла, также 3D-моделирование и 3D-принтеры. Суть в чем? В дальнейшем, то есть это включает в себя разработку именно возможных идей, поддержку идей молодежи. То есть если у них есть какие-то инновационные идеи, мы готовы в этом плане их поддержать, дать развиться. Тем более, что у нас для этого есть все оборудование, которое поддерживает именно фонд бизнес. Он поддерживает, предоставляет его. Мы его, скажем, здесь реализуем в плане уже вживую для непосредственно детей, для того, чтобы они свою будущую профессию увидели, возможно, чтобы они чему-то, может, научились больше.